Эрта и Колумбия представляет телесериал «Тихие воды». Чтобы подать иск, нам нужны показания Либардо Кардоса. Но, к сожалению, этот человек не помогает нам так, как бы мне того хотелось. Честно говоря, мне кажется, он уверен. Возможно, боится скомпрометировать себя этим делом. Либардо хитрец, который хочет многого в обмен на ничто. Поэтому мы не должны исключать возможности того, что придется использовать другие средства. Я изучаю дело, сеньор Феррер. Во-первых, я хочу понять, каким образом состояние Дони Марухиты перешло к Франк Рейсу. Если это дарственное, то она не имела на нее права, потому что у нее были дети. Этим аргументом можно воспользоваться? Конечно. Надо использовать любые средства для того, чтобы признать недействительным документ о передаче наследства. Это возможно, если мы сумеем доказать, что Донья Марухита не осознавала того, что делала, или если ее права были каким-то образом нарушены. Другими словами, необходимо доказать, что моя мать была не в себе. Совершенно верно. Но для этого нам нужны факты, показания свидетелей. От этого зависит успех иска. Ничего не поделаешь. Помощь Либардо является основной в этом деле. Если он откажется, мы ничего не получим. Я еще раз с ним поговорю и попробую его убедить. Я не отступлю. Дело не в том, что мы останемся без состояния нашей матери. Сейчас главное выяснить, при каких обстоятельствах она умерла. Я с вами не согласен. Если состояние Донни Марухиты предназначалось вам, то почему им должны пользоваться другие? Вы просто обязаны вернуть свое наследство. Вы боитесь, Либардо, признайтесь. Вы хотите слишком многого в обмен на завещание, которое нам дали, однако боитесь себя скомпрометировать и дать показания. Вам не хватает мужества открыто выступить против Оскара и Хуана Рейса. Дело не в недостатке мужества. У нас с вами был уговор, и я его выполнил, отдав вам завещание. Но оно не поможет, если мы не подкрепим его фактами и свидетельствами, которые можете предоставить только вы. Я сказал все, что должен был сказать, и не собираюсь повторять это на суде, потому что могу навлечь на себя серьезные неприятности. Наверное, потому что вы сказали неправду про Оскара и Хуана Рейса. Вы уверяли меня и Мелиссу в том, что это они виновны в смерти нашей матери. Но, возможно, это неправда. Я вам никогда не врал. Я сказал то, что знаю, и о чем давно догадываюсь. Что вы знаете, о чем догадываетесь? Я знаю все, что касается Франко Райса. Я был свидетелем его отношений с Доней Марухитой. Она его купила, и ни минуты не сомневалась, передавая ему все свое состояние. Вот и стойте на своем. Расскажите адвокату подробно все, что знаете. Ведь вам известно гораздо больше того, что вы нам рассказали. Если суд докажет, что моя мать передала состояние под воздействием эмоционального шантажа, у нас будут серьезные основания для иска. В противном случае ваше завещание превратится в ничего не значащую бумажку. Моя мать была больна. У нее были навязчивые идеи. Она не могла распоряжаться состоянием, которым владела. Этим и воспользовались братья Рейсы. Они знали ее слабости. Да или нет? Франко Рейс этим воспользовался. Он знал, что она без ума от него. В этом я готов поклясться. Но я не могу утверждать, что его братья поддерживали его планы. Это только мое предположение. Никто не просит вас заявлять о том, в чем вы не уверены. Говорите только то, что вам известно. Всем давно понятно, что вы боитесь братьев Рейсов и не хотите идти против них. Я не боюсь этих людей. Мне бы очень хотелось с ними покончить, особенно с Хуаном Рейсом. Из-за него Кати Квадрадо покончила с собой, а я, как вы знаете, был влюблен в нее. Тогда расскажите о том, что знаете, не трусьте. Или вы предпочитаете остаться ни с чем, несмотря на то, что претендовали на очень крупную сумму? Тогда ни я, ни моя сестра не сможем дать вам ни сента, поскольку не получим наследство, которое принадлежит нам по закону. Хорошо. Я буду давать показания, если нет другого выхода. Передайте адвокату, что я готов с ним побеседовать. Пусть позвонит, когда ему будет. Знаете, я вам покажу одну вещь, которая должна вас заинтересовать. Это старый сундучок с моими воспоминаниями. Иногда мне нравится вспоминать. А когда я это увидела, то сказала себе, надо отнести Химене.
Довольно многочисленная группа. А кто это? Это труппа цирка Агела. Смотрите, это я. Что скажете? Невероятно, Мабель. Вы были очень красивой женщиной. А вы как думали? Я всю жизнь была такой, как сейчас? Нет. Мне тоже было 20. И когда я шла по улице, мужчины останавливались и оглядывались на меня. Это директор цирка Франциско Агилар. А это великий маг Деметрио, отец Демиана. Он был очень привлекательным. Конечно. Мы все сходили по нему с ума. Посмотрите, это гимнастка. Я не помню, как ее звали. Но на обратной стороне все имена. А эти дети? Кто они? Эти? Дети Деметрио. В то время они еще жили с ним. Его жена не взяла их к себе. А их имена тоже есть на обратной стороне? Да, конечно. Позвольте. Почерк неразборчивый, но посмотрим. Деметрио Феррер. Гильермо Лисансуа. Или что-то в этом роде. И дети. Кристиан Феррер. Кристиан? Разве его звали не Демиан? Не знаю. Здесь написано Кристиан. Возможно, у него было двойное имя Кристиан Демиан. И он решил оставить просто Демиан. А девочка? Как звали девочку? Девочка. Элиса Феррер. Элиса Феррер? Может быть, Мелиса Феррер? Позвольте. Мелиса, да. Вы правы. Сестру Демиана зовут Мелиса Феррер. Мелиса Феррер. Ты не рада моему приходу, Мелиса? Нет, что ты? Ты говоришь через силу. Сразу видно, что я не кстати. Но не беспокойся, если хочешь, я сейчас же уйду. Я не люблю быть незваным гостем. Я только хотела узнать, как ты. Не волнуйся, Пита. Ты же знаешь, я всегда тебе рада. Просто немного удивлена, я тебя не ждала. Но проходи, пожалуйста, выпей что-нибудь. Нет, я только хотела с тобой поговорить. Как дела в баре? Чудесно. Хотя публика очень по тебе скучает и часто о тебе спрашивает. А Фернандо не знает, что ответить. А как он? Он занимается нашим баром, хотя он не в лучшем настроении, как ты можешь себе представить. Он думает только о тебе, но о своих огорчениях не рассказывает и переживает все внутри. Единственное, о ком он сейчас заботится, это Донья Габриэла. Похоже, все кругом думают только об этой сеньоре. И не напрасно. Я полагаю, ты уже в курсе? Более или менее. Понятно, что Фернандо переживает из-за нее. Я знаю, как он ее любит. Не так, как тебя. Если бы ты решила сказать ему правду. Какую правду? Не знаю. О своих отношениях с Демианом Феррером. Я верю тому, что ты мне сказала, и нисколько не сомневаюсь в том, что у вас нет никаких отношений. Пока я ничего не могу рассказать Пепите, я должна молчать, даже если Фернандо и остальные будут думать обо мне плохо. Если бы ты мне доверяла, то все бы рассказала. Я отдала бы все на свете, чтобы излить душу такой подруги, как ты. Но мое положение ужасно, я никому не могу довериться. Добрый вечер. Добрый вечер. Пепита пришла ко мне в гости. Но я уже ухожу. Я только хотела узнать, как ты поживаешь. Не стоит прерывать вашу беседу из-за меня. Я только хотел сказать пару слов Мелисе. Ты подождешь минутку, Пепита, я сейчас. Не хочу причинять вам неудобств. Нет, нет, оставайся. Будь как дома.
Thank you.